Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и сегодня мы будем проходить классическую башню за Шансунга в игре Mortal Kombat 11. Здесь есть три вида башен на 5 этажей, 8, 12, в общем, будем проходить 8 этажей, потому что я хочу тут некоторые эксперименты с бруталками провести вам показать. Есть прикольная пасхалка, в общем, все увидите, ставьте большой палец вверх, если любите Mortal Kombat 11 и хотите больше видеть его на канале. А мы начинаем. Итак, берем Шансунга. Специальный стиль я тут подготовил. Classic Ninjas называется. Для тех, кто любит классические ниндзя, сложность нормально. Извращаться сейчас не будем, потому что мы хотим спокойно пройти, все посмотреть. И увидеть еще концовку Шансунга, в которой сюжетная концовка в конце будет на русском языке. Итак, первый противник коллектор. Всякие материалы мы не используем в игре. Просто так проходим. И, в общем, будем делать. У нас открыто два вида бруталити, но их еще можно разнообразить здесь. Что указать, что ты здесь? Нет, ты, возможно, не должен. Я приведу тебя к нему. А я тебя приведу в мир иной. Вот так вот мы можем превращаться в коллектора, правда, пока бесполезно. Мы в него превратились. Вот так вот. В общем, как вы поняли, это стиль сейчас с тремя ниндзя. Этот стиль, не в него в рейтинге играть нельзя, но он зрелищный. Потому что, вот видите, тут рептайл у нас есть. Есть смоук. И у нас тут нам делают crash and blow. То есть Fatal Blow нам делает коллектор. Ну, не страшно. Мы еще с ним за это отыграемся. Кстати, боты стали в последнее время после патча посильнее. И у нас даже на средней сложности бывает нехило так жестят. За что получают в череп. Ну что? Делаем первую бруталку. Так, мы делаем первую бруталку. Так, вот обратите, да, сейчас Шансунг просто превратился в противника, у которого он вытянул душу. Вот, это, в принципе, происходит стандартно при этой бруталке. Но сейчас мы в следующих этажах проведем несколько еще вариантов этой бруталити, и вы увидите разницу. Так, кто у нас там следующий? Следующий у нас Кунг Лао. Не будем тянуть резину. Сразу же там скипаем все эти переходы по этажам. Долго грузит что-то у нас она сегодня. Ха-ха-ха. Теперь я отомщу за великого Кунг Лао. Его величайшим наследием была неудача. Вы величайшее наследие, это я. Блин, как самонадеянно, да? О, видите, мы сделали перри. Этого смоука, короче. Оверхед. Ух ты, все заблочил, смотрите. Так, для тех, кто вот так вот блочит все. У нас есть другая комба. Вот такая вот, с оверхедом тоже. Так, Кунг Лао готов. Так. Угу. Так, ты успокойся. Okay.
Ух ты, блин! Вот это фигово. Так, можно и раундик слить. Так, он не хочет, чтобы мы сделали ему захват. Иди сюда. Опа! Иры. В общем, тут я зажал все кнопки практически. Ну, там L2, R2 и там квадрат, треугольный, кружок и еще вверх. Самое главное держать вверх. Я точно не знаю, нужны ли обязательно остальные кнопки. Но на всякий случай, как у многих бруталити, есть такая тема. Если ты зажимаешь шифты, короче, некоторые кнопки, там, вот эти ударов, и какое-то направление кристаллине, происходит вот такое изменение. То есть, видите, мы превратились в классического ниндзя Рейна. Давайте смотреть дальше. Довольно-таки прикольная тема, вот это надо у разных персонажей пробовать. У некоторых один вариант какой-то есть, у некоторых парочку, возможно. Ну, в общем, у Шансунга тут целых 4 варианта, вы уже догадались, какие, наверное. В любом случае, мы сейчас посмотрим. Их сделаем, у нас еще есть еще второй бруталити. Ах, перепутал немножко. Жалко, метра не было, чтобы усилить вот эти вот. Кстати, прикольная тема вот этот вот еще трупик, который мы можем ронять на противника. Окей. А, это да, надо усилять, чтобы это действовало. Так, это Перри, оно только против прожектайлов действует, если его не усилить. Так. Так, ну чё, нуб сайбет, ребят. Это надо кнопку вниз держать в этот раз направление, чтобы в него превратиться. Так, ну что, погнали дальше? Так, это был второй этаж из 8. И следующий у нас Фрост, четвертый противник. Кибернетическая баба-ниндзя из Линквей. Ванька сомневается в твоей преданности. Как будто я стану союзником Рейдена. Ты способен на все. Я согласен. Я согласен с ее опасениями, что Шань способен на все. Вот это вот иногда на Crash and Blow приводит, но не получается сделать в нужный момент удар. О-о-о-о. Блин, иногда путаю вот сброс покойника с этим, с Перри, потому что ну, сброс покойника вниз вперед удар, а Перри вниз назад. На одну и ту же кнопку как бы. Ну что ж ты никак не хочешь, чтобы тебе... Крэшн Блоу сделали, а? Стоять. Стоять, боец. А! Так, ну чё. Время пришло.
В гости отправиться ждет тебя старинный друг. Это у нас Смоук, ниндзя Смоук. Это надо кнопочку влево, ребят, держать, чтобы увидеть ниндзя Смоука. Получается, превратился в ее соплеменника. Он что же из клана Линк Вэй? Этот Смоук. Так, еще одного персонажа мы не видели, да? О, Шансун против Шансун. Вот это интересно. Кстати, да, я превращение забываю использовать иногда. Красиво. Дело рук Роллинг, я чувствую, моя судьба затмит твою. Если ты проживешь так же долго. Ух ты, блин, что творит, смотрите. Ты... Шансун превратился в Шансунка, как здорово. Только смысла в этом, конечно, мало видно. Не успевает делать изворот прямо. Блин, не дают мне в рептилии превратиться, вот сволочь, а. Хотя, да, это, видите, другой стиль. У него, он использует души, а не фаерболы. Другой Шансунг. Делает. Кстати, у него есть перри. Ай. Ух ты, блин. Посмотри, что творит, а. Да не дойди. То дайте сделать тебе захват, сволочь. Блин, из-за попытки сделать ему захват мы слили раунд. Я тебе этого не прощу, паскуда. Ух ты. Чё? Видели? Боты на среднем делают эти самые. Так. Так, ну в этот раз. Последний ниндзя должен появиться. Есть, это Ермак. Последний классический ниндзя из тех, что превращается. Шансунь, не считая. Ну, брутал. Не бруталити, а этот как его. Фатал Блоу. Там в фатальном ударе он превращается в Скорпиона. Нуба Сайбота и. Сабзиро. Не знаю, может, мы увидим, конечно, Fatal Blow сегодня. Ну, вы, наверное, и так все это уже видели. Fatal Blow, Fatality. YouTube не очень любит такие вещи на видео сейчас. Может, им 18+, дать и все такое. Поэтому я стараюсь их не делать. Самое главное пройти, показать самое интересное. Твой остров превратился в большую кучу дерьма. Откуда же такое желание захватить его? Не твое собачье дело. Блин. Кана, мой любимчик. И перепутал я опять, да? Так. Давайте сейчас я покажу вам, какой мы хотим сделать добивание. Недавно я его открыл. Так. Вынос черепа называется, да? Во время битвы необходимо провести три приема бросок назад, провести последний удар с использованием приема бросок назад. Вот, так что нам нужно эти приемы фармить, ребят. Три раза надо их сделать. Так.
Да что такое, а? Какой шустрый Кана. Так, все, колбловчики. Так, вот третий раз мы сделали, значит, по идее, в следующий раз в Бруталити должно получиться. Ой ты, блин. Вот это фигово. Сейчас может нас убить. Фух, повезло. Эй. Че, хочешь монстров? Хочешь монстров, да? Ну иди сюда. А я заберу твою сущность. Ай! Ай! Это было больно. Так, нам надо сделать бросок назад, да? Ну-ка. Есть! Башка улетела. Тут, по идее, тоже можно также кнопки держать вниз, вверх, влево, вправо, ну, чтобы превратиться вниз. Но я уже этого делать не буду, потому что вы на них уже насмотрелись. Вот такой вот бруталити. Отфутболили, короче. Отфутболили. Так, ну что, продолжаем разговор. Мы уже потихоньку приближаемся так к финалу. Да, уже у нас тут Саб-Зира. Саб-Зирчик. А там уже Кроника. Мой брат заплатил высокую цену, служа тебе. Он знал правила турнира Mortal Kombat. Но ты подстроил тот турнир. Все было куплено, короче. Да? Ну, блин, смотрите, он оверхед заблочил. Злой Саб-Зир, это как, ну да, за брата мстит. А. Ой, ой, ой. Саб-Зир, ты что такой злой? Я же говорю, я не виноват. Да, может, фатал блок все-таки сделать разочек, да? В наказание. Саба убивают классические ниндзя, ребята. Я понимаю, что сейчас было невыгодно это делать, но просто вам показать. На случай, если кто-то этого не видел. Ай! О! Сап разозлился. Ага. Это вот так вот, да, решил? Так, он сейчас выиграет у нас. Да, печалька. Это все моя попытка сделать. Надо было фаталити ему делать, кстати, сейчас. Давайте сделаем ему фаталити. Давайте сделаем фаталити. Все-таки зря я время потерял просто с ним. Эх. Что-то у меня не получилось его сущность забрать. Так, вперед, так, назад, кружок, да?
Ну, не такое уж вроде кровожадное, так что. Ну, довольно зрелищные, да, кстати? В прошлом видео я назвал его Матара. Как обычно, я путаю Кентара и Матара всегда по названиям, потому что Кентара это кентавр. Его по логике должны звать Кентар, но его зовут Матара. Вот, из-за этого. Короче, я всегда их путаю в названиях, но вы понимаете, кого я имею в виду же, правильно? Так, ладно, продолжаем разговор. Кентара. Кентаро, Кентаро, о-о-о. Может, я опять их сейчас перепутал, когда сейчас про них вам говорил. Ну, короче, Кентара это тот, кто с четырьмя лапами, а Матара тот, кто с четырьмя лапами. С четырьмя копытами. Вот, но, блин, тут такая, в общем. Если бы они, наверное, в МК2 добавили Матара, то его бы, наверное, назвали Кентара, потому что Кентавр. Мне так кажется, не знаю. Время умереть, кстати, да. Ненавижу драться с Кроникой. По-моему, это худший босс за всю историю Mortal Kombat, мне кажется. Мне очень не нравится стиль ее игры. Да чтоб тебя. Видите, что творит, а? Очень большой урон она наносит. Даже в блок, короче. Что-то вообще сейчас плохо. Плохо все пошло. Мы видим, видимо, мы в сливе сейчас. По сути, все, что надо делать, это сидеть в блочке, ждать ее, когда она открывается, и типа делать ну, апперкот, короче, в основном. Но не всегда получается так сделать. Сейчас, скорее всего, второй стадии она нас загрохает. Не знаю. Скорее всего, придется переигрывать. Ну, сам последний момент. 100 пудов. Сдохнем. О, видели, что она сразу творит? Эх. Ну так и знала. Одно неудачное движение и все, короче. Ой, хорошо, что она мне не сделала свои фирменные фаталити, которые терпеть не могу. 10-часовую версию, блин. Так, ну давайте еще раз, сейчас поаккуратнее. Что-то она больно в первом раунде себя нагло вела. Просто не ждешь от этого от средней сложности. Обычно, когда посложнее. Но, возможно, из-за того, что башня повыше, из-за этого она как бы... Надо вот с ней сближаться, она отходит, тварь, телепортируется постоянно, да, всякую дичь творит. Так, стадия 2 пошла. Ох, китана. Блин. Так, ну что, последняя стадия. Хроники. Видите, что творит, а?
Есть. Отлично. Очень красиво, очень красиво. Итак, смотрим концовку Шансунга, ребят. Сила Кроники ошеломила меня до такой степени, что я чуть было не сошел с ума. Разве я не потратил столетия, чтобы овладеть темными силами, которые недоступны для простых смертных? Теперь я хозяин времени и судьбы. Но поражение Кроники доказывает, что даже титанов можно победить. Хотя эта новая сила позволяет мне скитаться по бесконечным временным линиям и устраивать пиршество с миллиардами душ, я все еще уязвим. Чтобы выжить, я должен стать тенью, избегать противостояния и вершить свою волю, используя других. Если быть точнее, сила моих собратьев-титанов. Эти невероятные существа легко поддаются уговорам, и все благодаря их жадности, тщеславию и страху. С их помощью каждая душа в бесконечном пространстве покорится моей воле. В моей новой эре мораль будет изобличена как иллюзия. Хитрость будет процветать, а все хорошее страдать. Это слово Шансуна. Хорошего дня! Ну что, ребят, прошли за Шансунга башенку. Как вам? Пишите в комментариях ваше мнение. Понравилась вам концовочка Шансунга? Не понравилась? Вот. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. И сейчас вот на экране появится 4 видео. У нас есть на канале ролик со всеми концовками всех персонажей до DLC. Вот он где-то сейчас на экране тоже появится, так что можете нажать и посмотреть концовки за всех персонажей. И сравнить их с концовкой Шансунга. Что там вам понравится, не понравится. Вот увидите сами. Ну что ж, ребят, на этом все. С вами была Нидзука. До новых встреч.